Лето 2006 года. Оно наконец-то наступило. На улицах Магнитогорска, как на улицах Анталии. И будем надеяться, это лето ознаменует собой конец эпохи потрясений в России. И, пожалуй, пора вспомнить слова знаменитого героя нашего времени Остапа Бендера. Об автомобиле. Вы помните, это не роскошь, это средство передвижения. И тема нашего сегодняшнего визита на автоцентр ЦГЯ – автомобиль на один сезон. Автомобиль на один сезон. Давайте обратимся к этому понятию с экономической точки зрения. Автомобиль на один сезон. Это, конечно, недорогая престижная иномарка. Престижная иномарка теряет в год от 500 до 1000 долларов. Но вам необходимо же просто покататься с июня по август. И немного потерять в цене. А можно даже вообще в цене не потерять. И купить автомобиль, к примеру, в июне месяце за 152 тысячи рублей. Прокататься на нем до сентября и продать его за 150. При этом получить удовольствие и не толкаться в автобусах. Удобно? Бесспорно. Мы все время говорили вам о том, что хорошим вложением средств является недвижимость, ну, может быть, слитки золота. Но сегодня на автоцентре ЦГЯ мы убедились в том, что хорошим средством вложения может быть и старый переднеприводный ВАЗ в идеальном состоянии. Вот такая девятка. Сегодня, в начале лета 2006 года, она продается за 78 тысяч рублей. И в конце лета, я думаю, что цена останется той же. А может быть и чуть-чуть подымется. Все зависит от нашего правительства и инфляции. А еще приобретение высоколиквидного автомобиля, такого, к примеру, как ВАЗ, это очень выгодный способ заработать деньги. Вы мне не поверите, каким образом это сделать? Все очень просто. Вы можете приобрести автомобиль в кредит. Но мы, как люди, несколько более чем опытные, скажем, что те банки, которые нас обломали, об этом еще пожалеют. И очень сильно пожалеют. Ну, вы, допустим, можете приобрести до 20 или 10% первоначального взноса вот этот автомобиль. 98 года выпуска. Очень быстро рассчитаться. Немного потерять в цене, и в конце лета у вас уже будет 113, ну, 110 тысяч рублей. И можно задумываться о более серьезных вершинах. Увидев этот автомобиль, я вдруг подумал о путешествии на юг. На машине. Это Mercedes E-класса. Два в одном. И кемпер, и очень удобное средство передвижения. За 170 тысяч рублей. Но вот таких денег сразу не найти. А теперь, внимание, вопрос к тем банкам, которые не требуют комплексного автострахования при покупке автомобиля в кредит. Какая вам разница, какого года эта машина? Ну и догадайтесь, как может далеко пройти человеческая глупость. Глупость в смысле чего? Глупость в смысле поиска грибов. Вы знаете, больше всего на свете после езды на автомобиле, занятий понятно чем, полетах на самолетах, я обожаю все-таки собирать грибочки. 3 года назад поехал, дурачок, на скайлайне по грибочке встал, далеко не доехал. Пришлось пешком идти 5 километров, неся за собой 40 килограмм груздей. Вкусно было потом кушать, слов не описать, но нести-то далеко. Что делать? Пошел к другу, взял у него вот эту копейку, и вот тут-то я удивился. Полное отсутствие свесов и по проходимости копейка дает фору большинству западных джипов, между прочим. Но это ладно. А вот прошлый год тоже грибочков захотелось. На чем поехал? Смеяться будете. На Линкольне Таункаре. Вообще далеко не заехал. В результате попал на ремонт крыла. Ремонт крыла обошелся как раз в стоимость копейки. Вот дурачок. Дорогие мои квадратно-фары. Пятерка, четверка, семерка. Особенно, конечно, пятерка. Ведь это первый автомобиль, на котором я учился по-настоящему ездить в городских условиях и за городом. А на самом деле не такая уж и дорогая. И для обучения достаточно хорошо пригодная. В меру тяжелый руль, умеренная динамика. И в случае чего кузовное железо тоже очень доступно. Ладно, а Леню трогать не будем. А вот о Волге скажем несколько теплых слов. Вообще, эта машина кормилица, потому что входит в нее очень много всего нужного. Наши друзья мерили это дело ящиками водки. Так вот, в «Москвич Шиньон», да, помните, горбатенький, вмещается 29 ящиков водки, а в «Волгу» без сидений 31. Так что вот для коммерсантов на один сезон, да почему на один, на несколько сезонов, «Волга» станет хорошей подругой, средством передвижения и средством зарабатывания денег.
Вот кто-то может сказать, что Топ Гир это круто, Топ Гир это кул. А вы под отечественным Топ Гиром хоть раз пробовали лежать? Так вот, Топ Гир по-отечественному — это сакс. Сакс вместе с ловом, с монтировкой и с большим количеством более крутых словечек. Так вот, мы можем этими крутыми словечками Топ Гировцам фору дать, между прочим. Потому что умеем делать все своими силами. И можем вам спокойно рекомендовать автомобиль на один сезон. И можем вам не рекомендовать влюбляться в автомобили. А то получится, как вот в горе Алексеем. За свои деньги купил Линкольн, восстановил его. Купил Форд Торус, восстановил его. Довел до ума Скайлайна. Решил попытаться подружиться с банками, взять Порше. И они его обломали. Не стоит влюбляться в автомобили.